Ребята, это будет любимый пирог вашего семейства, поверьте. За 2 недели я пекла его 3 раза, и он съедается буквально за полчаса. Итак, для теста вам понадобится мука, яйцо, сахар, сливочное масло комнатной температуры и щепотка соли. Все. Из этих ингредиентов сначала ложкой, а затем хорошенечко руками замешиваете мягусенькое тесто. Оно по консистенции получается примерно вот таким вот. Берете форму для запекания, у меня она была круглая, застилаете пергаментной бумагой и выкладываете на нее подготовленное тесто. Хорошенечко пальчиками разравниваете, делаете небольшие бортики. Затем туда высыпаете орехи измельченные и все это дело заливаете банкой сгущенки. Ставите на 40 минут в духовку на 180 градусов и все, ваш пирог вкуснейший готов. Попробуйте, вам точно понравится.